Для людей с ограниченными возможностями очень важно общение и внимание. Они не замыкаются в себе, когда есть с кем встретиться и поделиться своими переживаниями. В этот раз поводом увидеться стал Международный день инвалидов. Администрация Ленинского района пригласила представителей районного общества инвалидов в Центр Вера, чтобы поздравить их с праздником и преподнести подарки. На протяжении 21 года каждое 3 декабря в мире принято отмечать Международный день инвалидов. В первую очередь этот праздник направлен на привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями. Но эта социальная проблема настолько значима, и поэтому обращение к ней длится на протяжении всей первой декады месяца. Представители организации Всероссийского общества инвалидов Ленинского района традиционно собрались в Центре Вера, где сотрудники администрации поздравили их с праздником, подарили подарки и после торжественной части все вместе пообедали. Двери вот этого теплого, уютного центра всегда широко распахнуты. Нас здесь так тепло встречают. Мы получаем вот такую заботу, внимание, что хочется сказать огромное спасибо. В последнее время многое предпринимается для улучшения жизни маломобильных групп населения. В Ленинском районе была принята долгосрочная муниципальная программа «Доступная среда», в рамках которой, например, закупка низкополых автобусов и троллейбусов, установка пандусов и подъемников для колясочников. Также в районе существуют социальные меры поддержки населения, выделение денежных средств на оказание помощи инвалидам. Одними программами, наверное, мало показывать то, что мы делаем. Самая большая помощь и самая большая программа – это человеческая программа, когда общество относились к ним с уважением, с любовью и поддерживали. В обществе инвалидов Ленинского района трудится много здоровых граждан для обеспечения полноценной жизни людей с ограниченными возможностями. Одним из таких волонтеров 8 лет назад стала Наталья Клочкова. Женщина регулярно созванивается с членами общества, чтобы помочь и просто пообщаться. Ведь для таких людей самое важное – это внимание. Иногда тяжело им, но они молодцы большие, ну просто молодцы. Вы знаете, диву даешься, откуда мне столько энергии, столько вот задора. Вы знаете, они фору дадут любым молодым. Пока человеку есть для чего жить, он справится с любыми невзгодами. А для людей с ограниченными возможностями это особенно актуально. И радуется душа, когда видишь, что об этих людях на самом деле заботятся. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видно ТВ.